нас дети читают стихи. Посвящается освобождению города Орла. Мартынова Диана, 14 лет. Михаил Матусовский. Басня «Тигр и орел». Немецкий тигр отбросил все в округе, и, вообразив, что он глава зверей, однажды утром громко рявкнул: «Слуги, позвать ко мне орла скорей! Я на ягнят не расходил войной, я такую силу приобрел. Все звери ходят подо мной, пусть нынче служит мне орел». Всех слуг своих окинув хищным глазом и разразился громовым приказом. Казалось, он сумел орла поймать, но тигр забыл. Орел умел летать, орел не оробел пред зверем лютым. И, подобрав удобную минуту, бродягу тигра прямо в глаз когтями раз. Потом взлетел он до небес и был таков, расстроенный, уже не гордый, с разодранной, заметно спухшей мордой. Немецкий тигр бежал домой, и по делам, тигр, не шути с орлом.